Это дом номер 30, 15 микрорайона Караганды. У нас вот моторная подстанция внутри дворовая. Вот 15 микрорайон, 30 дом написано. Впереди дом номер 26, видно издалека надпись. И двор такой, внутренний двор. Ну, все квартиры заняты, все так обустроено. Нет той разрухи, которая была в конце 90-х, когда все уезжали из Караганды. Немцы в Германию, русские в Россию, украинцы на Украину, прибалты в Прибалтику, ну, все разъезжались. Все это тогда раскурочивалось, а сейчас все пришло снова в норму, даже пластик.